this, especially for music production. For example, I did. Дима Билан. Я знаю, это одежда наша. Кристина Арбакана. Филипп is a fashion victim. He's a Филипп, кроме того, что делает одежду великолепную, он еще является дизайнером мебели. И мой новый апартамент в Алгарии, в Арме, здесь проходит под креативным созданием Филипп Флейн и его дизайнерской команды. Yes, and that's a great pleasure. And you all will be there when we will open it. Когда мы откроем, когда эту квартиру, we will make big presentation. Вы все будете там. Yes, мы будем делать большую презентацию. It's gonna be like a bomb. Это будет бомба. And then, I promise to you, it's the same with the clothes. Everybody wants to be the same. Afterwards, probably. Потом, говорит, все захотят квартиру, как у Филиппа Флейна. Мебель, как у Филиппа Флейна. Это нормально, мы готовы. Я готов поделиться и с Димой Биланом, и со всеми остальными. Но так уж довелось в этой стране, что славят у нас не первых, славят у нас старых. Поэтому всем всегда хотелось иметь, как у меня. Спасибо.